Вот он, финиш участников. Такие скорости, что... Смогла финишная группа. Вот такая финишная группа. В своре вот так вот пилотон финишировал. Это только потом по чиповой системе, по фотофинишу будем это сверять. Вот такие финишные разборки происходят на велогонке. Что есть у нас победитель, есть у нас уже призеры. Кто-то финишит. Станции 100 километров. И круг велогонка длиной 100 километров. Финишируют Игорь Гримайло. Финишируют участники дистанцию 100 километров. Меньше 3 часов им понадобилось для того, чтобы финишировать. Участников приближается к финишу. 6 кругов нужно преодолеть, участники. Преодолевают они 100 километров. Финиш этой группы. Финишируют 100 километров участники. Кто-то еще уходит на очередной круг, кто-то уже финиширует. Приближаются к финишу. Метровая дистанция. В 2 часа состоится торжественная велоцентра. Финишируют участники, а вот финишировал вон номер 146. Татьяна Гри... Открытие велоцентра, поэтому всех приглашаем, всех ждем в 4 рождения. Метров, кто-то еще уходит там. Мария Петрущенкова. Thank you.
14.15 начнем мать рождения. В 14.00 обязательно всех при ранвей велотон заключить. В 14.00 ждем всех на открытие велосипеда.